Приветствую вас, друзья, с вами Лебедев Артем. Сегодня мы будем сравнивать два бензотриммера, недорогих бензотриммера, от торговой марки Патриот и от торговой марки Хьютор. По техническим характеристикам модели разные. Кстати говоря, о моделях. Это у нас GGT1900S, а это у нас PT443. Посмотрим их поближе, сравним крепежи, кнопки, рукоятки, внутри шлицы, посмотрим длинные штанги и так далее и тому подобное. И, конечно же, проведем несколько интересных тестов. Поехали! Вы, наверное, уже обратили внимание, что они довольно-таки запачканы, а потому что они оба прошли обкатку, и за время обкатки тоже выявлено несколько моментов. Например, вот в эту часть очень много набивается травы и приходится постоянно чистить. А это именно... вот под этот фланец. Кстати говоря, про вот эти части. Они полностью идентичны. Далее, перед тем, как установить катушку, устанавливается вот такая шайба. Здесь тоже налипло много травы. Вот такая вот шайбочка у нас травяная получилась. А изначально шайба выглядит вот так. Самый первый различающийся момент: от центра шпинделя до ножа, который срезает леску, на Патриоте 225 мм, на Хьюторе 245 мм. Шпиндели здесь абсолютно одинаковые. Следующий момент. Для того, чтобы установить триммерный нож, нам нужно снять следующую накладку, на которой установлен нож, который срезает леску. На Патриоте, чтобы снять эту часть, нужно отвинтить винт. Казалось бы, не очень удобно. Но все же на Патриот кожух снимается гораздо легче. Обратите внимание, как нажимается вот эта часть. С одной стороны нажимаем, вытаскиваем, конечно же, после того, как открутили винт. И с другой стороны. И снимаем. А теперь, что мы видим на Хьютор? Обратите внимание, здесь вот такие вот образовались заломы. Это я вынимал эту самую часть. Здесь нет никаких винтов, но здесь есть такой косячок. Если нам нужно вынуть ее, то вот эти части, они вплотную прижаты к кожуху. И ничего здесь не нажимается. Нужно отгибать именно вот эту пластмассу. Мы с вами только начали, а уже есть некоторые нюансы и различия. Хотя по стоимости эти триммеры примерно одинаковые. Кстати говоря, о стоимости. Ссылочка будет в описании под видео. Заходите, смотрите там стоимость, технические характеристики, отзывы и так далее и тому подобное. Здесь есть один момент, о котором я сегодня не буду в видео упоминать. Это то, что у Хьютор штанга разборная, а у Патриота цельная. У Хьютор есть точь-в-точь модель, но штанга цельная и по ценнику они также идентичны. Итак, я снял редуктора, давайте взглянем на подшипники. Хьютор. Внутри. Патриот. Хьютор. Синяя, довольно-таки вязкая смазка. Патриот. Смазка белая. И она пожиже. Шлицы у нас имеют одинаковое количество зубьев. Диаметр вала на Патриоте 7,95 мм. Диаметр вала на Хьютор аналогичный. Длина штанги здесь идентичная, как и у одного, так и у второго претендента 1450 мм. Теперь давайте поближе рассмотрим ручки управления на Хьютор. Здесь мы с вами видим, что она имеет люфт. Подтягивать я пробовал безрезультатно. Но ничего страшного. Блокировка газа. Кнопка газа работает довольно-таки плавно. Здесь у нас есть фиксация газа. Но применима она только для запуска. Здесь у нас кнопка зажигания. Вторая ручка, она уже мертво прикреплена и ничего здесь не люфтит. Она прорезиненная. Центральная часть из алюминиевого сплава. Выглядит она следующим образом. Никакого прокручивания здесь я не наблюдал. Теперь ручка управления на Патриот. Ручка играет, но на штанге не люфтит. Здесь у нас также блокировка газа. Газ здесь работает более туго. И также здесь есть фиксация для запуска. Кнопка расположена вот здесь.
Вторая ручка выполнена не из резины, а из пластика. Центральная часть, как и на хьютере, выполнена из алюминиевого сплава, но выглядит помассивнее. Следующие моменты. Во-первых, наплечный ремень у Патриот имеет вот такую вот накладку, а у хьютер вот такого типа, как на недорогих дорожных сумках. И крепление. Обратите внимание на хьютер. Одно единственное. На Патриоте здесь два крепления и вот такая вот мягкая вставка, которая упирается в бок. Мы добрались до блока со сцеплением. Давайте снимем его и посмотрим, какой здесь у нас барабан сцепления у Патриот и у Хьютер. Колодки на сцепление выглядят примерно одинаково, но вот эти накладки на Хьютер сделаны более аккуратно, чем на Патриот. Теперь давайте рассмотрим не только внутренний диаметр барабана, а еще и его округлость. 77,76 мм. Вот здесь практически идентично. Теперь Патриот. 77,95. Немного больше, чем на хутор. Здесь 78,04. Разница есть. Сцепление практически в идеальном состоянии, хотя накосил я и не так много, всего по 2 бака было израсходовано. Теперь давайте поближе рассмотрим литье алюминия и карбюраторы. Обратите внимание, радиатор здесь выполнен по-разному. Это у нас хьютер, магнета, и значок у нас точно такой же, соответственно, как и на ответной части. Теперь Патриот. Здесь магнеты идентичные, пластик и прокладка. Далее у нас идет карбюратор. Давайте посмотрим, что у нас на хьютер. Также здесь пластиковая часть, прокладка здесь обрезанная. Катушки практически идентичные. Давайте рассмотрим шнур. Теперь хьютер. С виду все похоже. Здесь мы с вами видим идентичную картину. Теперь давайте рассмотрим внешний диаметр там, где расположен цилиндр. На хьютер 53,89 мм. На Патриот 47,33. Выхлопная система здесь идентичная. Давайте посмотрим на впускной фильтр. Проловной фильтр. Теперь хьютер. Вот такой фильтр. Все детали здесь различные. Лишь единичные какие-то схожи, но опять же не как две капли воды. Где-то какое-то различие, но присутствует. И обратите внимание, когда мы рассматривали Патриот, здесь такие более уверенные ручки, более уверенное крепление. Здесь более четко все продумано. Но когда мы сняли крышки и увидели радиаторы, где расположены внутри цилиндры, мы с вами увидели, что у хьютер там сделано все более качественно, чем у Патриот. Здесь хьютер выигрывает. В остальном, что касаемо, например, того же бака и пластиковой защиты, вот здесь все идентично. А перед тем, как мы протестируем, как они заводятся на холодную, мы проверим развесовку. Ничего здесь не слетает. Единственное то, что он перевес у него идет именно в ту сторону. Но я думаю, из-за таких ручек здесь и на Патриоте будет тот же самый результат. А так, развесовка здесь довольно-таки хорошая. На Патриоте развесовка также хорошая, единственное, здесь есть плюс в том, что здесь у нас два крепления и нет вот этого постоянного раскачивания. То есть здесь мы можем контролировать положение. Но в плане центра тяжести он опять же слегка сверху находится. Ну а теперь приступим к тестам. Топливная смесь у нас будет на основе АИ-92 с заправочной станции Лукойл. И вот такое специальное масло для двухтактных двигателей, полусинтетика от Liqui-Moly. Помимо того, что мы будем тестировать первый запуск, мы зальем туда ровно 500 мл, как в Патриот, так и в Хьютер. И оставим триммеры работать 5 минут на полный газ. И посмотрим, у кого больше расход и кто сильнее перегреется. Начинаем с Патриота.
Ну а теперь то же самое с Hüther. Заводятся они примерно одинаково, да и вибрации у них схожи. Но мы с вами увидели, что Hüther перегрелся чуть больше, чем Патриот. Теперь давайте посмотрим, кто из них больше израсходовал топливной смеси. Результат на 100% одинаковый. Сейчас мы еще дополнительно взвесим емкости, но все же мы здесь видим, что оба триммера скушали по 200 мл топливной смеси. И это на полных оборотах, что один, что второй триммер. Взвешиваем сначала Патриот. 269 грамм. Теперь Hüther. 268 грамм. Расход у них одинаковый. А теперь давайте посмотрим их в работе. Сначала будем использовать леску. А сейчас посмотрим, как они работают с триммерным ножом. Кстати говоря, в комплекте у них совершенно одинаковые ножи. Thank you.
Да, эти оба триммера бюджетные, и для того, чтобы они вам послужили, нужно будет проверить все от и до и практически завинтить все винтики, которые здесь есть. Если завинчены, отлично. Нет, протягиваем, но, опять же, не переусердствуем. Далее нам нужно проверить смазку на валу, в редукторах и так далее и тому подобное. И все здесь перепроверить. Теперь давайте поговорим отдельно про каждый триммер. Начнем с Патриота. Как мы с вами увидели, если мы слегка посильнее углубляемся в заросли, они тут же наматываются вокруг катушки, и он останавливается. И как бы мы ни нажимали, мы только можем спалить сцепление, но трава не вылетает. Приходится ее вычищать вручную. У Хьютера с такой травой проблем не возникало, потому что здесь и объем слегка побольше, и скорость вращения шпинделя тоже выше. И он выбрасывал траву, и если даже что-то наматывалось, то тут же вылетало, и не приходилось вручную что-то выдергивать. И еще несколько моментов. У Патриот более тугая кнопка, чем на Хьютер. И держать хьютеровскую кнопку намного легче, и рука не столь сильно устает. И вибрации на Патриоте больше, чем на Хьютере. Шум, издаваемый ими, прекрасно гасится наушниками. Ремень у Патриота слегка получше, но опять же только из-за мягкой накладки. То, что здесь два крепления, и с одной стороны это плюс, с другой стороны минус, то, что неудобно его накидывать. Здесь, например, крепление одно, мы ремень можем вообще с себя не снимать, пристегнулись и погнали косить. Заводятся они хорошо как на холодную, так и на горячую. Единственное, когда мы только что его завели на холодную, и если мы буквально через минуту его заглушим и тут же начнем заводить, то здесь могут возникать проблемы, и мы зальем свечу. Что касаемо катушки с леской, да, с ней нужно довольно-таки аккуратно обращаться. Она не столь удобная, и оттуда может еще и пружина вылететь, и мы ее можем просто-напросто не найти. Что касаемо катушки стартера, многие пишут, что она ломается. Да, если мы вот так вот будем заводить. Она, может быть, уже сломалась от такого рывка. Нужно соблюдать небольшие правила, и она будет служить вам очень долго. Натягиваем, чувствуем натяжение, и уже тогда тянем. А на этом этот обзор подошел к концу, и да, насчет стоимости. Ссылочка будет в описании под видео, кому интересно, заходите, смотрите, там все есть, и стоимость актуальная на сегодняшний день. А кому все понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал всеинструмент.ру. С вами был Лебедев Артем, до скорых встреч!